Турецкой Анталии громят и разворовывают один из самых дорогих отелей мира – Мардан Палас. Неизвестные снимают позолоченные элементы внутреннего убранства, а также уносят с собой садовый декор. Элитная гостиница стоимостью почти в 1,5 миллиарда долларов была построена в 2009-м скандально известным бизнесменом Тельманом Исмаиловым, бывшим владельцем бывшего черкизовского рынка. Церемония открытия тогда была невероятно помпезной. Участие в ней приняли мировые звезды – Ричард Гир, Моника Белуччи и другие. Но вот этим летом поток желающих, которые из-за стоимости номеров и так было немного, окончательно иссяк. И отель фактически перестал функционировать. Осенью за неуплату долгов отключили воду и электричество, а весь персонал покинул территорию. Сигнализация не работала, этим, видимо, и воспользовались мародеры. Но что касается самого Исмаилова, то накануне стало известно, что в России он заочно арестован. Ему предъявили обвинение в организации убийства двух человек.